Как говорит один человек, закрытие границ, это чтобы Азия была отдельно. Как дервиши ходят и говорят, защищает Европа от Азии, Азия от Европы и так далее. Но в таком случае и торговлю закрывать надо. Потому что помидорку и горошину, которую Людовик разглядывал на своей голубой такой резной тарелочке золотой каемочкой, это было из США, кстати, и хлебное дерево тоже. Вот, а получается, если все торговые пути закроются и все остальное, тогда я не могу понять, к чему вы там клоните. То есть вы, получается, все люди анти Юнайтед, правильно? Из-за этого и боретесь с Бору Юнайтед Нейшеном. Ну, я понял уже. А в таком случае вам придется отказаться от математики. Это же Юнайтед.